Господи, да сколько же у тебя ног? Вот так и начались удивительные приключения Маки и жирафы. Ну-ка, иди сюда! Теперь ты мой! Он не принадлежит никому. Когда-нибудь наши пути пересекутся вновь. Что ты делаешь? Куда ты ее ведешь? Жирафа! Нет! Жирафа! Доедем до Александрии и с первым же караваном отправишься домой. Глазам своим не верю! Слава Аллаху! Паша будет доволен! Лучшего подарка и быть не может! Подарок? Мы повезем жирафу во Францию. Ненавижу тебя. Ты очень любишь жирафу. Я пообещал ее маме присматривать за ней. Позвольте мне поехать с вами. Ты с ума сошел? Собрался пересечь Средиземное море? Да еще с жирафом. Затея, конечно, была сумасшедшей. Но ради того, чтобы освободить свою страну, паша Египта решил просить помощи у короля Франции. Приходите посмотреть на жирафу! Первого жирафа во Франции! Жирафа была подарком королю. Не устраивай балаган в моем королевстве. Верните нам жирафу! Подарок? Есть подарок! Стой! Нет! Жирафы. Мы с жирафой сбежим.